Но сейчас время спецрасследования. В студии автор Евгения Змановская. Евгения, у нас сегодня актуальная такая новогодняя тема. Мы выясняли, сколько требуется средств на организацию новогодних елок. Сумма получилась крупная, большая, внушительная. Да, очень внушительная сумма. Да. Причем все эти деньги из карманов красноярцев. Мы будем оплачивать, получается. Мы оплачиваем. Причем не первый год уже. Удивительно, что вот, например, на тот же летний карнавал из бюджета города не тратится практически ни копейки. Все оплачивают спонсоры. А на новогоднюю, городскую, главную елку, уже который год, скидываются красноярцы. Сейчас мы вместе с вами вычислим, сколько лично вы тратите на эти елки. Мигающих огней на главной городской елке. Зеленые красавицы любуются тысячи жителей. Кстати, именно красноярцы отдают миллионы рублей, чтобы устроить себе такой праздник. Деньги из бюджета на главную городскую елку и иллюминацию в городе – это конкретно наши с вами налоговые отчисления. Плюс к тому же каждый год на бюджетные деньги организуют 6 елок в Советском районе. Интересно было узнать, представляют ли сами жители, сколько они тратят. Ну, я думаю, не 1 миллион. Может быть, 7. Ну, откуда я знаю, сколько она стоит? Ну, примерно хотя бы. Ну, примерно, но я думаю, что около где-то 10 миллионов уходит. Ну, 1,3 миллиона, не меньше. Ну, думаю, около миллиона. Миллиона? Всего? Да. То есть с установкой? Совсем. 2 миллиона. Угадавших нет. Точную сумму затрат на новогоднюю городскую красоту знают в департаменте городского хозяйства. Затраты составляют 9 миллионов рублей по городу. Это и на ревизию существующей, и на устройство дополнительной новой иллюминации. Ну, это, наверное, еще не предел. На устройство елок, на 7 елок за счет бюджета города предусмотрено 15 миллионов рублей. Итого 24 миллиона рублей. Сумма большая. Но если посчитать, сколько каждый из нас вложил в эту красоту, то городские елки для семейного бюджета выходят вовсе не накладно. Давайте посчитаем. 24 миллиона рублей делим на 700 тысяч жителей. В среднем такое количество людей отчисляют налоги в нашем городе-миллионнике. И получаем около 35 рублей. Именно столько мы отдаем из своего кошелька на 7 городских елок. В остальных 5 районах елки красноярцам дарят спонсоры. Одна из задач районных администраций – ежегодно находить такого щедрого человека или компанию. И находят же. Получается, если бы спонсоров нашли на главную городскую елку и на те 6 в Советском районе, то 24 миллиона рублей в этом году можно было бы потратить, например, на 24 новеньких автобуса, ведь их так не хватает. Купить томограф, этот диагностический аппарат – дефицит красноярский, или вложить миллионы в освещение 50 темных дворов и переулков Красноярске. Может быть, в городской администрации возьмут эту идею на заметку? Евгения Змановская, Николай Чистяков, новости ТВК.